Какая темнота уже. Как быстро потемнело. 2 часа и все. Готово. То ли света много, то ли что. Где остановка-то? Данное видео все снимать. Все равно отсвечивает. Ой, как пикают все. Уже какой-то торговый международный комплекс. Но туда уже не успела. Холодина. Возможно. Как красиво. Очень холодно. Сейчас, если бы не эта девочка, коровища, которая меня не пропустила, я бы уже ехала. Так стою и мерзну. Будут ли еще автобусы? Ладно, автобусов видно не дождаться, я так поняла. Пойду пешком. Тут идти-то. Раз-два и пришел. Ой, какая холодина все-таки, а. Да, что-то есть. Да. Сейчас я быстренько дойду. Какая четко попалась на мотоцикле. Говорю, возьми меня с собой. Она говорит, садись. 20 юаней. Я говорю, вы что? Автобус стоит 1 юань, а вы 20. Она говорит, есть там сзади автобус. Есть. А, там никакого автобуса сразу нет. Очень холодно. Ну нету, я сейчас приду. А я уже сейчас дойду. Побежали. Все, последние автобусы, видимо, ушли. Режима. Приехали 2 до конца, они остановились. У них вообще, видимо, не ходят до 6. Вот так вот. Все, пошла. А я вот уже дошла. Но дело в том, что я-то гоню. По ихнему-то 6 еще времени. Время 6 часов. А автобус все он. О, пришел. Когда шла 5. До скольки ходит, не знаю, но ходит очень редко. Вот за это вторая 5 за время, когда я иду. Он там не останавливался, сейчас остановился здесь. Но мне уже не надо, я уже на месте. Ой, 2 сразу подошел. И какой? Тоже 5. Ну что, последний забег в этом заезде. Как всегда, забег до Цинкелуна. Я не могу его не посетить. Свой любимый продуктовый магазин. Если не купить, то хотя бы посмотреть. Пойду. Хотела сходить в баню, но подумала, что не хочу деньги тратить на баню. Потому что пришлось купить пауэрбан. Пауэрбан у меня старый. Почему-то не заряжает. Поэтому пришлось пауэрбан купить. На 10 ампер за 55. Они поэтому. Ну вот. Супермаркет Цинкелун. Ну, поехала. Тут все хозяйственное. Время останется, покажу. Цены и все.
Сейчас мне надо тележечку взять. Я немножечко хочу же кое-что прикупить. Чуть-чуть. Булочку надо купить на вечер. А это с чем булочка? Это сладкая, да? Здравствуйте. Куня, это булочка сладкая? Где? Где они? Ну-ка. Где? Эй, мимо, манеча. Это мясо. Бургер. Бургер на утро взять, что ли? Знай цену. Цену не вижу. Тринадцать восемьдесят. Тринадцать восемьдесят. Вот эти вот сколько стоит? А пакетик есть? Мешочек. Сеси. Спасибо. Ой. Панкейки, тортики. Тортики, панкейки, бисквиты, печенюшки, лапша, лепешки. О, сдохли курицы. Рыба прекрасная, причем. У вас тоже скоро еще и черепах ждут. Но нет. Бедные. Рыба. Как они хотят жить. Все. Мы живем. Ой, улиток сколько. Улитки, моллюски, камешки какие-то. Колбаски. Орешки,
коровки, овечки. Еда. Чеснок. Острое что-то. Тофу. И мясо соевое. Фасоль. Улитки. Морские звезды. Руки чьи-то. Пальцы чьи-то. Позы. 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 Габаджоу. Уже все убирать. Было всего много, но уже нет. Ценами вам. Комиссия говорит, почему без цен? Вот с ценами. Сосиски. Заморозка. Пицца. Заморозка опять. Вот вкусные эти йогурты. 90. Да чай, какой хотите. Как рано убирать мясо, холодец, крылышки, колбаски. Ой, как пахнет вкусно. Да уж. Мы маленькие улиточки, эти креветки. Рыба, мясо, рыба, кальмары. Всевозможная лапша от 2 юаней и до бесконечности. Куриное все, утки, куры, гуси, птицы. Курица замороженная, убираю, все уносят. Снег убирают. Снег убирают. Вот разные креветки. 655-20. Рыба-змея. О, какие страшилки. А все мясо. Дуриан. Чищенный 108 рублей. 108 юаней. С лишним. Кокосы. Кокосы. Тоже кушать очень для нас. Десять. Алкоголь. Видно, что он хочет есть. Какие орехи. Почему он не все пил килограммами, а не килограммами? Яблоки какие-то дорогие, странно. Арбузики. Груша. 3,58. Водичка. Мне нравится мой клуб, вот этот здоровый. Возьмите меня жить в Китае. Я буду жить и работать. Даже продавцом каким-нибудь. Как здорово. Виноград. Тут опять все заморгало. Орехи. Сахар колотый, перец разный. Здравствуйте. Конфетки, кальмары,
сушеные. Ой, как пахнет вкусно специями. Это вот сладкое. Печенье. А где луковое печенье? Нету. Странно, почему они перестали продавать луковое печенье. Такое оно уж вкусное. Тут все соевое мясо. Вот 4,90, 3,80, 6,90, 16, 10, 5,90. Умножайте на 13,20 курс на сегодняшний день и на вчерашний. Разный рис, разные крупы смеси. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас. 38,1 у меня. Дает один мяс сдачи. Я говорю, 1,9. Она, ой, ну 9 нету. Я говорю, 2,2. Какие хитрые, блин, а. Раньше-то это, конечно, 1 юань это были не деньги, а сейчас это 13 рублей для нас. Ну и все. Все закрылись. До свидания. Мой очередной заезд закончился. Завтра утречком. Мы домой без 8 утра. Ну и все. И вот моя сосисочка. Как можно быть есть мою сосиску? Это был бы нонсенс. Любимая сосиска. Китай. В районе 26 рублей. Не знаю, дорого. А мне вкусно. А? Ладно, кое что-то моргает. Почему? Вот так вот. Холодина, витрина. Хотела купить себе что-нибудь под джинсы. Завтра утром задубею. Но потом подумала. В автобусе потом спарюсь. Так что пойду так. Сегодня у меня 22 729 шагов. 16 километров и 700 метров. Что-то я подустала. Старость берет свое. Все. Дорогие мои подписчики, а еще кому не трудно, подпишитесь на мой дзен. Там я тоже буду выкладывать. Немножко другой. Подпишитесь и посмотрите. Мне приятно будет. Вот в следующий раз, как приеду,
Хочу узнать цены. Сходить на вокзал, узнать цены до Харбина на поезде и до Хайлара. Я вчера пешком с Ванды шла. С Ванды пешком? Туда-то уехала за юаня, обратно не было, что-то автобуса. Я пешком. В 8 часу вечера. Не ветер так, но все нормально, да? Ветер только. Ты зачем небо снимаешь? Почему небо? Наклонил небо, так ровнее. Как ты хочешь сказать? Вот так? Так ровнее. Еще наклонить. Вот так? Не-не-не. Вот так? Вот так. Так дороги много, видишь? Ну все, закончилось мое еще одно пребывание. Я поехала домой, теперь я только в декабре. Так, сейчас автовокзал берем. В ноябре я не смогу. Наша группа идет в автовокзал. Сейчас мы поедем домой. Вот отсюда с Ландоплаза я вчера шла. До гостиницы все было хорошо, если бы еще не холодно. Где моя Наташа? Где она? А ночь-то как красиво здесь что-то светит. Слава все. А что там с курицей, Люда? А у тебя сколько было? Чего тут они загородили? Для какой цели? Что там у них? Строят. Строят что-то? Строят, конечно. Я думал, там теплица у них. Теплица у них туда дальше. Я думал, здесь. Видишь, все загорожено. Ты видишь, там сколько песка? Строят. Так это песок, я как горы, блин. Строят. Ну вот все, мы подъезжаем к границе. Красота прям как у нас, ага. И дома как у нас красивые. Вот это импортозамещение. По-царевски. Вот это все машины поедут к нам. Вместо КАМАЗов, ага, вот эти вот. У нас что, КАМАЗы вообще теперь не выпускают? Угу. Ну. Наконец-то.
Блин, Серега, трясешь? Мне фотку не могу сделать. Вот здесь можете сходить. И вот сюда. И здесь можно сходить в туалет и попить чай. Пока время есть. Там есть чай, булочки, бутерброды. Можно всегда, когда время есть, поесть. И вот оно, кафе быстрого питания. Здесь что есть. Настя. И вот здесь можете купить все, покушать. И бутерброды. Народу очень много. Очень на границе. Это мы в 8 утра выехали. Сейчас без 20:12. Мы еще не прошли. Народу очень много. Все, мы прошли почти все. Но у нас автобус еще, он третий стоит. Время 12:04. Не знаю, когда он подъедет, когда его досмотрят. Впереди два китайских еще. Все, мы закончили и выезжаем. 12:47.